Очередной этап проекта «За делом». Для продвинутой брестской молодежи этот слоган – руководство к действию. Именно то, что надо. А потому, вооружившись энтузиазмом и помощью работников жилищно-коммунальных служб, взялись за дело. Ведь кто, если не молодежь, личным примером докажет, что сделать окружающий мир чуточку чище под силу каждому. Ребята с радостью отозвались, они всегда идут нам на помощь. Это наши, так сказать, на передовых тех, кто всегда впереди, лицей строителей, политехнический колледж. Вот. Территория достаточно большая, людей у нас много, поэтому я думаю, что сегодняшняя акция пройдет в бодром духе, и мы здесь наведем порядок. На этот раз особым местом приложения сил стала Брестская крепость, а именно территория северного укрепления, где буквально на каждых 50 метрах трудилась команда мальчишек и девчонок под контролем коммунальных служб. Проводится очень большая работа нашей коммунальной службы, особенно сейчас вот в Брестской крепости к 9 мая. Первым делом вот этот вал был на субботнике, работали БСМ, то тоже. И что они сейчас не доделали, они помогают нам. Сейчас будут слаживать ветки, дрова и выносить. Обломанные ветки и мусор, оставшиеся после зимы, отправились по месту назначения – на свалку. Важен тот факт, что ребята верят, что толк от таких акций бесспорно есть, если делать это вместе. Наша группа пришла в Брестскую крепость для того, чтобы в честь поддержания месячника по благоустройству Бреста. Мы принимаем это участие в акции добровольно, полностью, так как молодежь должна сама по себе понимать то, что благоустройство родного города и такого важного исторического места, как Брестская крепость, это, я бы сказал, даже обязательная мера со стороны молодежи. Я считаю то, что в целом это очень даже благое дело, то, что... кто если не мы? Какие-то пару часов, и уже весь мусор был собран. А ребята были полны энергии, ведь, как говорится, молодым все под силу и все по плечу.